Всем привет, меня зовут Настя, и это канал Куркума. Здесь я рассказываю о всяких парфюмериях и ароматных ароматах. И сегодня именно такое видео. Сегодня я расскажу о своих новинках, о своих новеньких в рядах стареньких и вообще о моих новых парфюмерных любовях, с которыми я еще очень мало знакома, но которых я уже очень сильно полюбила. Начнем с долгожданного мною аромата. Этот аромат попал ко мне сначала в виде пробника с сайта Духи РФ. 1,5 миллилитра я тянула как могла, но к своему дню рождения я таки разрешила себе его. Мансера Ред Табака. Боже мой, это любовь. Друзья, мальчики, девочки, это просто шикарный финик. Спасибо за музыкальный фон. Носится ребенок тут мой, волосатый собак. Это просто потрясающий унисекс, но, конечно, он более женский. Он более вишневый, то есть это табак, пропитанный вишневым соком, и это не табак сигаретный, это трубчатый или, наверное, какой-то больше, даже, наверное, сигарный, не знаю, существуют ли вишневые сигары, но, наверное, это невероятно круто, друзья. Все мои концертные костюмы пропахли этим ароматом, и он так шлифит, он такой комплиментарный, и мужчины, и женщины делают мне комплименты, когда я в нем. И он действительно остается в помещении после того, как я оттуда уже ушла. И это любовь. Это любовь. Я не знаю, какими словами, какие еще оды любви ему пропеть. Но вот сейчас, на вечер, ну, мне кажется, на любое время года, и если вы в прекрасном, лаконичном наряде, и если вы нанесете на себя этот аромат, вы будете просто звездой. Следующий аромат, с которым я пока еще на «вы», это, наверное, известный вам аромат, мне не очень. Вот это вот прекрасное чудо с такой вот невероятной красивой картиночкой внутри. Я его приобрела без теста, просто как для знакомства с этим парфюмерным домом. И, честно говоря, когда я только открыла крышку, я такая, боже мой, что, мне опять не повезло с разливом, наверное, что это такое? Это тестер. На всякий случай. Скажу, думаю, ну что такое, наверное, какая-то, наверное, подделка, что-то как-то пахнет какой-то пыльной травой, но потом я, значит, походила с ним немножко и поняла, что, боже мой, это же дача, это листья яблони, листья вот всех вот этих фрукто- и ягодоносных деревьев. Хотя, опять же, в пирамиде аромата говорится исключительно об инжире, об плодах инжира, об листьях инжира. То есть, действительно, ода инжиру, и он действительно здесь чувствуется. После того, как я покушала инжир, я понюхала снова этот аромат и поняла, что да, это о нем. И действительно, он очень необычный, он такой зеленый. Но вот эта вот пыльность вначале, честно говоря, она меня немножко смущает. Мне очень он нравится в базе, он к базе начинает немножко, как будто, знаете, уже добавлять чуть-чуть сладости какой-то, ванильности, то есть в базе он прекрасен. Он остается все таким же зеленым, но уже более сладким, более приятным, более носибельным, ну, для меня, на мой субъективный взгляд. Но оформление, вот только за оформление уже его можно просто ставить как предмет интерьера дома. Я очень хочу познакомиться с каким-нибудь еще ароматом от этого парфюмерного дома. Если вы знакомы с другими ароматами и можете что-то посоветовать, что-то вы уже носили, пробовали, пишите в комментариях. Потому что это, мне кажется, не единственный необычный аромат от этого бренда. Идем дальше. Следующий аромат случайно оказался в моей корзине, потому что я заказывала аромат Red Tobacco на сайте Духи РФ, и для того, чтобы у меня была бесплатная доставка, мне не хватало 300 рублей. И знаете, что я сделала? Я заказала вот этот вот аромат. Я не знаю, знакомы вы с ним или нет, но в начале нулевых, когда, знаете, гремел Сальвадор Дали и различные другие марочки, да, появился вот такой вот парфюм, который называется... Парфюм Голод, марка 21 век, по-моему. И знаете что? Это шикарно! Это очень шикарно, друзья! 200 рублей, это тестер, опять же, 60 миллилитров. 200 рублей он стоит, по-моему, ну или около 300. Он пахнет так знакомо. Я так
Я знаю этот аромат, но не могу вспомнить откуда. Он очень крутой. Он очень крутой. Это такое ретро, которое, знаете, вот вперед себя шло. Он пахнет так современно. Он чем-то мне напоминает, знаете, Монталь Голд, по-моему, так называется, или пудра Голд. То есть это такой аромат золота, но без пудры. Свежее золото, знаете, как... Попробую описать так, это золотые слитки в шампанском. Для меня этот аромат просто... Хочу его нанести. Это аромат, знаете, дорогой дамы, которая сидит в каком-то невероятно красивом ресторане и пьет шампанское. Но он классный. Он классный, и он действительно пахнет дороже своих денег. И, в общем... И мне кажется, вот нотки, наверное, каких-то белых фруктов и, опять же, цветов дают именно, знаете, вот эту вот шампанскую составляющую, что пахнет шампанским или, знаете, какой-то такой уходовой косметикой с запахом шампанского. В общем, аромат очень даже, он точно остается у меня в коллекции, потому что пока мне его не хочется носить, но я думаю, это время однозначно придет, потому что он мне симпатичен. Ну и следующий аромат, он пойдет в мое видео, посвященное аромату розы. К сожалению, я немножко ошиблась, когда составляла заказ. Я хотела приобрести аромат от Lanvin, мой любимый, просто классический Жан Lanvin, но случайно положила в корзину аромат La Rose от Lanvin. Это прекрасный аромат. Это прекрасный аромат розового лукума. Он потрясающий, друзья. Он, конечно, не фаворит в моих розовых ароматах, и, может быть, скорее всего, куда-нибудь он когда-нибудь транспортируется. Но то, что он потрясающий, что роза здесь потрясающая, что она действительно такая засахаренная немножко, но не приторная. То есть это не килограмм сахарной пудры, а чуть-чуть. И если вы пробовали, собственно, хоть раз в жизни розовый лукум, вы понимаете, о чем я говорю. Это потрясающе. Это потрясающе. Я так давно не снимала видео, что мне хочется вот постоянно делать вот эти вот штуки и ощущать аромат, потому что последнее время я носила все время только Мансеру и давно не открывала все свои флакончики, и тут я снова их трогаю. Ну и последний аромат, и я думаю, для вас это будет неожиданная история. Вы наверняка не знаете этот парфюмерный, так сказать, наверное, бренд. В каком-то из своих видео я показывала, что у меня есть аромат Байреда Балафрик в таком черном флаконе от S Parfum. В общем, ну, я думаю, увидели такие, знаете, в торговых центрах стоят отдельчики, где продают дорогие ароматы, в общем, под no-name флаконах таких вот, и что по мотивам известных ароматов или ароматы, но более, ну, известные ароматы, но есть более, наверное, дешевого сырья, просто поэтому стоят дешевле. В общем, так случилось, что в Инстаграме я узнала такой бренд, как Eiffel. Я искала на самом деле просто себе домой диффузор и увидела, что у этого бренда также есть парфюмы, но не в таких флакончиках, а в более красивых. И, значит, пришла я в охотный ряд, там стоит отдельчик офлайн, так сказать. Пришла я, открыла каталог и начала нюхать все ароматы. И знаете, что я выбрала? Не поверите, я сама от себя не ожидала. Я выбрала Intense Cafe от Монталь. То есть в этом флакончике один в один аромат от Intense Cafe. И что самое интересное, он стойкий. Он мне достался за 590 рублей. И почему бы и нет? Почему бы и нет? Правда? И благодаря этому бренду, на самом деле, я наконец послушала «Белые пачули» от Tom Ford и еще раз убедилась в том, что я хочу себе этот аромат. Но, наверное, не в такой версии, а все-таки от Tom Ford. Но почему бы нет? У меня потрясающий аромадиффузор, во-первых, теперь в квартире с запахом дыни почему-то, хотя я хотела запахом кофе, ну, женщины. У меня стоит в туалете, прекрасно, у меня пахнет там какой-то фурой с дынями разрезанными.
И этот Intense Cafe, он очень, во-первых, похож на оригинал, действительно. Он очень стойкий, он действительно очень круто раскрывается. То есть я не могу сказать, что в первых нотах он мне нравится, в верхних, но ближе к середине и к базе это абсолютный клон Intense Cafe. Абсолютный. Зачем переплачивать, если как бы вы не хотите действительно оригинал, но просто хотите, чтобы у вас был такой аромат? Почему бы не приобрести его и иногда не поливаться им? Потому что за 500 рублей это можно и полиция Intense Cafe, но аккуратно, потому что все мы знаем, что ароматы от Монталь, они несут угрозу для окружающих. Им можно убить, как у меня произошло, на удивление, с Монсерн. Хотя мы знаем, что это один и тот же как бы похожий стиль. Зашла я с этим ароматом в метро, и бабуля бедная чуть не задохнулась, потому что хотя я сделала всего пару пшиков, действительно, вот таких вот, я его уже на себе не ощущала, но бабулечка, я от нее отошла, конечно. Я поняла, что это она на меня так среагировала. То есть бабулям не нравятся табачные запахи. Вот что я поняла. Если бы я пахла розой от Ланвин, я думаю, я была бы ей более симпатична. Вот такие вот 5 новинок у меня на сегодняшний день. Они вот у меня уже прям твердо встали в мой парфюмерный столик. Возможно, я вас познакомила с какими-то новыми новинками, тавтологии. Возможно, вы узнали для себя что-то новое, узнали какой-то новый парфюм. Наверняка вы познакомились с новым, так сказать, брендом, создающим клоны известных ароматов. Почему бы нет? Как бы они находятся в Москве, но, мне кажется, у них есть онлайн-пересылка, они есть в Инстаграме. Так что... пожалуйста. Если я вам подсказала что-то новое, я только рада. Спасибо, что вы остаетесь на моем канале, что вы смотрите видео. Я желаю вам вкусно пахнуть вне зависимости от дня, времени и настроения. Всего вам хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, вас ждет очень много нового и интересного. Пока-пока.